Здравствуйте. Здравствуйте. Чем помочь могу вам? Дайте 30 копеек хлеба. Я хотел спросить, там бабушка торгует, знаете, где рынок? Я хотел купить, а мне потом это некуда девать. Можно я вам сюда принесу? Я пришел, хочу это купить у вас. Все. Это ваше, да? Ага. Это все ваше? Все мое, я все. Ага. Я все забираю. Ой. Купи мне там в магазине. Скажите, я вас часто вижу, вы работаете кондуктором, да? А сколько вам лет? Смотрите, сколько здесь людей. Сейчас заходим, выбираем. Так, вот бабушка, всего 3 свеклы. Вот я вижу. Вот я вижу помидоры, какие самые лучшие здесь. На рынке. Опять, сынок, ты. Здравствуйте. Я пришел, хочу это купить у вас. Все. Это ваше, да? Ага. Это все ваше? Все мое, есть. Ага. Я все забираю. Ой. Прям все возьмешь. И черноплодку. Все, прям вот все, что вижу, все забираю. Забирай, сынок. Пакеты есть у вас? Ага. А? Ой, сынок, выручает меня все время. Ну я к вам подойду через лет 25. Вы тут будете? Ой. Я пожилым людям просто помогаю. Лук возьмешь? Я его вижу. А лук возьмешь? Да, все. А можно как-то это на два пакета поделить? На два пакета? Да. Ну, поровну, там просто я уже знаю, кому отдам. А лук тоже поделить? Да, я просто знаю, кому это уже отдам. Здравствуйте. А? Что ты хочешь? Нас снять? Да, я хотел спросить, там бабушка торгует, знаете, где рынок? Помидоры у нее, там свекла, свежая зелень. Я хотел купить, а мне потом это некуда девать. Можно я вам сюда принесу? И картошка, по-моему, у нее там есть. Я, получается, у пожилых людей покупаю, а другим раздаю. А другим пожилым отдаешь? Да, это бесплатно будет. Ой, ты. А зачем дать? Примите? Ну, давай, просто неси. Как помощь. Неси. Как помощь. Неси, да, мы да. Примем. Вы здесь будете, да? Будем. Пожалуйста, неси. Дождитесь, Слава, а то мне куда. Подождем, конечно. Все. И ты нас потом сфотографируешь. Да, я уже сфотографирую. Ну да. Все, буквально там 10 минуточек. Давай, неси, мы не откажемся. Вау, круто. Так, это, свеклу возьмешь? Забираю вообще все, вот то, что привезли. Ой, да, конечно. Это редька. 2000 хватит? Не надо мне. Нет, надо, держите. Это... Тумок, не надо вам... мне. Стоп, дай не... одну буду. Не отказывайтесь. Я вам плачу за то, что купил, и 1000 вам возьми, это, даю. Возьми, нет, не нет. Надо мне. Нет, мне неудобно будет, все. Я заберу. Ой, конечно, ой, у вас что, каждый день так люди приходят вам, это, помогают, раскупаются. Ну, что ты мне такие деньги дал? Ну, купите что-нибудь не себе. Не надо да. мне, я возьми. Хочу сделать прят... возьми нет, себе. Все, я не буду. А? Кто вот так вот за денег отказывается? Деньги всем нужны же, да правильно? Ну, нужны, ну что мне лишние, зачем? Наглеть-то тоже. Это же... Ничего, нормально. Я бы знал, картошку тогда пришла бы еще. Я к вам еще вернусь за картошкой. Все. Все, да? Сынок, все забрал? Возьми одну. Не могу, оставьте себе. Ну зачем ты мне столько дал-то? Вот, напишите, все, забрать нет. у нее? Ничего нет. Еще 1000. Или лучше оставить? Ой. А вы где живете? На дачном. И там у себя все это выращиваете, да? Да, у меня дом свой. Так, стоп. А вообще, пришел это, бы за картошку. Я еще могу чем-то помочь, помимо как это купить? Да ничего мне не надо. Я еще ноги только маленько отказываю, сама ты еще ничего в силе. Вот сколько это все стоит? Да и сама не знаю сколько. Не знаете? Это, за картошку приди хоть ко мне домой. К вам домой? Да. Хоть картошки тебе. Я домой не пойду. Вам сколько лет? 83. 83 года? Блин, чтобы вот все такие были улыбчивые 83 года. Вы сами-то дойдете, все нормально? Дойду. Может, я вас отправить на такси? Не надо. Ага, еще. Давай мне такси вызывать. Самой делать нечего. Есть такая практика. Возьми одну. Не могу. Ой. Как вас зовут? Валя. Баба Валя. Вы третья Валя, которая за неделю мне попадается, представляете? Правда? Да, Валентина, все ой, Валентины мой. Такие хорошие. Сынок, ну возьми, а. Все, оставляйте все. Я думаю... Не, ну я должна буду тебе... Нет, не я ваш труд чуть-чуть просто бы больше это, оценил, и все. Что бы тебе принести тогда? Ничего не надо, просто улыбайтесь, и все. Твою мать. Самая дорогая цена. Ой.
Так, ну все, я пошел тогда. Давай, счастливо тебе. Вы тоже что, домой идите? Спасибо, сынок, тебе. Ой, ну я должна, не знаю как. Ничего не должны. Можно я вас вот так вот переобниму? Ой, все. Да ладно! Все. Обнимать меня. Все, до свидания. Сразу меня никто не обнимал. Пока-пока. Ой, спасибо большое. Добрый день. Можно я это, пакетик поставлю сюда? Нормально? Это, я хотел спросить, я когда шел здесь, ну минут 10 назад, обратил внимание, вы там возле мусорных баков что-то искали. Я просто сейчас вот купил это немного зелени, там, помидоров. Может быть, все-таки возьмете? Может. А что у вас? Ну вот, смотрите. Так. Это покупать надо, да? Нет, нет, это вам бесплатно будет. Зелень. Да я это, луковую шелуху, а там ее раскидали все. Хотел собрать это. А на что вам? А я в огород хотел. Она типа как удобрение, да, ну, пойдет? Ну. Так, смотрите. Вот что такое? Ой, это редька. Угу. Держите. Так. А у вас есть пакетик? Я бы вам бы это в пакетик еще помидоров положил. Помидоров тут два ведра. Чтобы не испортились, их надо поделить на троих. Они уже спеленькие, смотрите. Хорошие. Ну да, вообще овощи в целом, как бы они полезны. Овощи надо кушать. А, чеснок возьмете? Ну, а есть чеснок? Да, да, да. Вот эту ягоду. Вы можете сами как-то... Чё? Половина отсюда отсыпать. Ага. Все, до свидания. До свидания. Не грустите, все нормально будет. Это я. Держите. Спасибо. Здесь там помидорки. Спасибо. Свекла есть. Ягодка, кстати, даже. Смородина, по-моему. И вам. Ой, обещал же. Большое. Дай Бог вам. Спасибо вам. Вы тоже будете здоровы. До свидания. Давай, спасибо, спасибо. Бабаль. Бабаль, все, до свидания, я автобус просто жду здесь. Эва, пойдем до первого, вот на первый дальше. Нет, я не я пойду. Я хоть картошки не, насыплю. Давайте в другой раз, ладно? Да другой, друг я не приду, мне носить-то нечего. Да я не нуждаюсь в картошке, у нас есть картошка, все нормально. Вы что, лука столько накупили? А лук у меня в этом году нету. А, да? Ну, взяла лук. Ну, вот видите, вот как мама помогла. Возьми хоть одну штуку. Кого? Луку, отдай этим. Нет, кому? Спасибо, я уже все раздал, мне ехать надо. Давайте, бабаль, все, ну, до свидания. Спасибо тебе большое, ой, я не знаю, как тебе благодарна. Вы очень хороший, да добрый мне человек. Мне просто неудобно. Вам это помощь с небес возвращается. Добрым людям да, Бог тоже помогает. Вздыхать нам скоро надо, Господи. Да поживете еще. Да, лучше. Да, вот видите. Здоровья вам, все, пока-пока. Ой, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем помочь могу вам? Дайте 30 копеек хлеб купить. Давайте я вам куплю. Может быть, еще что-то надо? Сладенькое к чаю. Хотите? Как хотите. Постойте, я вам сейчас возьму немного продуктов, хорошо? Здесь будьте, ладно? Никуда я не уйду, я тут буду стоять. Знаю, что пожилые люди любят батон, он мягкий. Кефирку и печеньки. Молочко. Творог. Конечно же, сметанку возьмем. Чай. Нет, это черный, надо зелененький, наверное, да, взять? Сыр возьму, но не сразу нарезанный. Витаминчики, виноградик, сахар возьму, вареную колбаску, она тоже мягенькая, сок яблочный, натуральный, я помогу донести бабушке. Спасибо, я доведу это бабушке, я ей продукты сейчас покупаю, и... тоже взяли? А давайте сюда. Давайте. Спасибо большое вам. Я оплачу. Я оплачу. Вот ваш мужчина. Ага. Маленький ребеночек. Пойдет?
Да, купил, пойдемте, помогу донести. Любовь Алексеевна, смотрите, вот вам дал денежку я, 2000. Ага. Не потеряйте только, хорошо? Пожалуйста. Нет, я сегодня пойду куплю часы. Часов у меня нету. А без часов как? Давайте я забегу быстренько на 5-й этаж, поставлю пакет и выйду. Ладно? Добрый день. Будьте так любезны, откройте, пожалуйста, домофон. Бабушка потеряла чип, я хочу помочь пакет занести. Пакет с продуктами хочу занести ей на 5-й этаж. Благодарен. Мои дорогие, всем неравнодушным людям большое спасибо. Мне очень приятно то, что вы поддерживаете меня. Мне очень нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, вести блог, помогать людям. Благодарю еще раз за ваше понимание. И когда я помогаю, я очень сильно наполняюсь. Знаете, отдаешь вроде, да, а сам приобретаешь. И так тепло на душе становится. Поддержите, пожалуйста, этот канал. Поставьте палец вверх. Подпишитесь, включите уведомления. Как вам такой вид контента? Я в этом ролике многим людям помог. Нравится вам или нет, мне будет очень интересно почитать. Если вы хотите принять участие и как-то поддержать денежно, то вся информация будет ниже в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Всем спасибо, мы продолжаем просмотр этого ролика. Здравствуйте. А? Здравствуйте, говорю. Купи мне там в магазине. Что хотите? Я хотела, не знаю что, хотела, чтобы бабушек пригласила. Муж умер. Черт. Помянуть? Ну да. А что купить, скажите, я сбегу. Конфет надо. Сосиски баварские. Притерую селедка. Знаете? Ну разберусь. Посидите здесь, ладно? Подождите. Да, как, куда, куда? А какой магазин? Я просто не местный вообще. Магнит. А где он? Вот. Вот здесь прям? Ага. Все, пойдем, братишка. Ага. Дождите столько, ладно? Конфет две пачки купить. Конфет две пачки возьмем. Так, сосисочки по-баварски. Нету там кетушки. Кетушка есть. Чего? Кетушка туда положим. Давай положим туда. Угу. Туда. Давайте, давайте, ложьте. Я говорю, чатушку купи мне. Какую чатушку? Выпить, что ли? Бабушек пригласила, нет. Ну я не могу, я же верующий человек. А? Мне по вере не положено. А какой ты? Христианин я. А? Христианин. Христианин? Да. Да как ты, христиане. Вас как зовут? Людмила. Людмил, примите искренние мои соболезнования. Бог вам навстречу есть и будет. До свидания. До свидания. Бог навстречу. Есть и будет. Кто? Господь поможет вам, все будет хорошо. До свидания. Угу. Вы помогите мне, чтобы заловка не уходила от меня, я одна боюсь. Чтобы кто? Заловка. Как понять? Ну, она хочет домой. Еще раз, не понял. Домой хочет уезжать. Кто? Кировский, заловка. А это кто такой? Муж его, сестра. А, ну-ка я чем вам могу помочь? Это же ваши отношения, я же не могу к вам в семью лезть. Нет, ну Бог-то поможет. Молитесь. Я не знаю. Всем помогает. Вам же сейчас помог. А? Я же вам сейчас помог. Ну да. А вы даже не поблагодарили, почему? Поблагодарила. Сказали? Я же сказала. Да? Ну все, до свидания. Все, Людмила, пока. До свидания. Добрый день. Скажите, я вас часто вижу. Вы работаете кондуктором, да? Да. А сколько вам лет? 70. 70 лет? Вы хорошо выглядите.
спортом все время занимаюсь, поэтому сохранил меня спорт. А вам вот так вот не тяжело? Нет, нормально. Мне еще дача. Я на дачу пойду работать. А на даче 15 суток. Ну, не все сажены, но тем не менее половина сажены. А как вас зовут? Валя. Меня вообще удивляете, конечно. Спасибо. А я вот хожу пожилым людям, лекарства покупаю, продукты, меня много кто знает. Я на вас давно внимание обратил. Вы просто это какой, деревенский, да, какой-то автобус? Да, Судостатый. Красногорский. А, поэтому редко вас вижу. Я помню, по-моему, на городской маршрутке пару раз вас видел. Я до этого деревенского работала по городу. А водитель ушел на пенсию, работать стало не с кем, и мне поставили сюда. Там кондуктор у вас бабаля. Передайте, пожалуйста, ей. Это конфетки. И вот тут это, чай. Все, спасибо большое. Спасибо.